Ребятишки от лагеря тащат телегу. Паша сидит. Во. Паша, ты давай помогай, видишь ты? Мягко жопой. Я говорю, давай помогай. Что ты на телегу так уселся? Вот мы отошли от скворечника это по Теряевке. Вот голубятня Игнатьевича. Вот братья наши пошли на дамбу работать. Ваня, давай лопату, ты перемучишься с ней. Держи. Сюда, наперед, попадай. Не наклоняйся сильно, ниже. Вот он, вот он. Мне. Подожди, Володя, дай. Ты снимай, подожди, батюшка, остановись. Стоять не будет. Ну что, говори, быстрей. Подтаскивай сюда. Держи. Батюшка, мы поехали на плотину, благослови нас. Бобо свое делайте, вас все. Некому делать. 24 года позади, мы можем делать такой рыбный пруд здесь, за деньги продавать рыбу. Давайте, все деньги ваши будут. Ну, слава Богу, видишь, у нас будет подпитка для лагеря. Давайте, делайте. Батюшка добрый, он благословил нас. Делайте. Давай. Мы затрем железные ворота, доступ сюда. А батюшка сплатывал. Вот этот пруд здесь, вот, он был маленький такой совсем, ну вода там сколько. Я бегал сюда, пеленки стирал. У нас ребятишек в семье было 10 детей. 5 братьев, 5 сестер. Ну и родители интернета, за мне было 5 лет. Я 5-летний ребенок, сам должен был все. Успешки вытащить, накормить, постирать. И вот это вот назывался Медоновский. Тут жил Даремидон, но его звали Медон. Ну а потом, когда мы уже здесь стали деревню строить, тут где-то 17, кажется, деревьев росло, больших. Я все помню это. И вот приедут гости какие-то, а я с ними договариваюсь. Вы, батюшки, не говорите только, он против. А ночью я вас разбужу, и мы будем вручную пилить. А они какие? Вот покажи, какие эти ветлины. Вот такие. Вот такие вот они росли прямо по самому пруду. Вот. Ну и догоняй, смотри, попадет. Вон они залезли туда. Ломанулись. Вот. Ну и заняли два большие американские бульдозера. Не знаю, как они там называются. Катапиллар или что ли. И вот сюда приехали они. Этих деревьев не было, это я потом насадил здесь. Один тоже ночью крадущий. Я этих гостей поднимал, вот сюда вот зайдем. И мы пилили здесь. А сейчас все это загорожено уже на пятый раз, наверное. Ну это пруд-то глубокий был. И вот тут можно показать. Вот посмотри. Вон дальше, которые растут, куча деревьев-то. Это мы сделали раздевалку. Закопали 4 столбушка. Ну, один так вверх ногами поставили, он не вырос, а остальные выросли деревья. Тут оглоблю посади, говорит, а телега вырастет. Вот на месте здесь больше 2 метра глубина была. Потом мы наняли, значит, плодородную землю отсюда вытащили, сейчас там большой бугор. А глину на то, и тогда саман делали, вся глина-то к нам и пришла. Делали первые дома-то из самана. Вот саманный домик стоит напротив, покажи. Вот. Тут один человек жил, он нарушал правила нравственные, религиозные. Ему отказали. Он упирался, не хотел уезжать. Мы тогда сделали крестный ход вокруг него, и он к утру, его Господь, говорится, вышвырнул отсюда. Безобразничал.
нарушал просто нагло заповеди, за которые у чеченцев, у евреев смертная казнь грозит. Исключительно наглый человек. И потом начал жаловаться архимандриту, поехал, а потом ушел в баптисты, а от них еще куда-то, и теперь сам себя провозгласил то ли епископом, или кем, ходит и хлеб ломает и причащает отступников всех. Поэтому, видите, тут все какая-то история, послушание главное. Мы тут чистили его, сейчас нет. Едем сейчас чистить пруд. Не пруд, а плотину сделать. Вот, видите, в городе ничего этого нету. Он живет и живет. Пятый, десятый этаж сверху друг на друга оправляются. А здесь, видишь, какие провода. В прошлом году эти вот столбы поставили бетонные. Это энерго, какая-то связь. 380 вольт для одного, для Игоря провели, а теперь могут наши присоединяться. Приезжали тут машины, у меня съемки были, я их еще не выставил, все так лежат. Это тут отпилены лишние были. Вон, которые торчат эти, давай-ка подойдем. Это бывшая Лензина Татьяна, она была Лензина, теперь Новикова. И когда меня судили, то она подавала показания, совершенно лживые показания. Ну и 16 лет было. Потом она при всех попросила прощения, мы помирились, и она иначе не называет отец мой родной дорогой. Вот она приехала сейчас сюда. И вот батюшка вот эти вот спилил, они над дорогой нависли-то. А мы их сюда, пеньки-то эти поставили, вот они, пеньки. Их полили, ну и видно, вот они, видишь, отросли. Да, вот, да. Чтобы да. Не сохли. Вот следующий, проходим сюда. Пень, обыкновенный пень, вот он какие ростки дал. Покажи, именно на нем ростки. Вот оно. Вот третий. Ну, пять таких посадили. Это вот который батюшка спилил, на дрова мешает. Это все. А вот у них колодец. Качай теперь. В прошлом году мы много времени потратили, пока вот эту вот трубу, печь тут все выправили. Вот она приезжает, еще совсем не переехала. Но посадила кое-что тут. Вот какое дело. Так. Ну и все, убегаем. Мне надо показать, где останавливается. Если можешь, беги бегом. Это вот у нас храм в поселке Потеряевка. Здесь вот главный вход туда, в храм. Вот. Это у Игоря Барабаша. Зернохранилище. Это мы пришли сюда делать, очищать плотину. В этом году много дождей было, и трава высокая. Зачем тут? Значит, ничего не получится здесь, пока мы не пробьемся. Литовку надо. Володя, все, пока, обожди. Есть на велосипед мой, за литовкой.